Привет, друзья! Не успела я снять видео про свои лилии. Все отцвели. Вот осталась беленькая такая тигровая цветет. Остаток оранжевой. И желтая более-менее поздняя тоже тигровая такая расцвела. Да, не успела. Занималась овощами. У меня тут такая, вон одни, видите, надо посрезать вот эти все семенные коробочки, чтобы не тянули силы с луковиц. Была такая красота. Кстати, где я нахожусь? Я нахожусь в подсолнуховом поле. А, лесу. О, эти подсолнухи, наверное, в два раза выше меня роста. Это декоративные подсолнухи. Несколько лет назад посадила их отдельно. Ну, специально, просто так. Теперь они самосевом. Но кое-где я их оставляю, чтобы был тенек. Потому что на нашем участке нет ни одного дерева, кроме ореха по краю. И все. Никакой тени для цветочков. Хоть растут вот эти вот подсолнухи и дают тенечек. Вот тоже. Эй, привет, подсолнух! Там такой коричневые подсолнухи. Видно? Это солнце отсвечивает, может, с другого края. У нас тучки. Неужели у нас сегодня пекло нет? А утром пекло было, я была на базаре. И просто с ума сошла от жары. Ура, друзья! Вот и расцвел кактус. Желтенькая опунция. Был посажен из ушка. Ну, 2 года наращивала это ушко. Свои другие ушки. Перезимовала. И получается, на 2-й год появились цветочки. Вот такая вот красота. Ура, у нас цветут кактусы. О, вот так вот цветет моя статица. Сейчас, услышите? Шурухтит. Листики будто бумажные шурухтят. Она так цветет, интересно, вот так вот стоят. Вот эти цветоносы ветром колышутся. Такое сиреневое облачко. Даже жалко их срезать. Говорят, если их срезать, засушить вертормашками, вот так вот навсегда останется вот эта красота. Так жалко срезать. Единственное, что сажала розовую, карминную, и из пачки семена 3-й куст. Ну вот он не расцвел, еще не выпустил цветонос. Ассорти. Что здесь будет, не знаю. А тут какая из них розовая, какая карминная, не видно. Но выглядит очень шикарно. Вон какая прелесть. А это дочкина грядка. Она тут посадила помидорки. Вон уже спеют. Сама, говорит, сама буду ухаживать. Ну, правда, она ничего с ними не делает, но они сами и растут. Бархатцы цветут на ее грядке. Какой-то сорняк. Ой, сорняк какой-то красивый она нашла. Посадила отдельно в горошек. В горшочек. Вот еще бархатцы. Календула у нее на грядке. Это лиатрисы. Но они что-то болеют. Листва желтая. Этот вообще чахнет. Но бутоны начинают уже наливаться у лиатрисов. Но что-то не получается. Еще она у себя на участке посадила на своей грядочке кукурузку. Но, кстати, тоже болеет. У нас почему-то на основном участке на поле с кукурузкой вот так вот отсыхает листва верхняя. Вот. Не поймем, что с ней такое. Вот. Сам куст нормальный. И вот что на отдельно дочкиной грядке, что у нас на основном участке кукуруза. Вот так вот странно болеет. Ну что ж, друзья. Пока-пока.